завтра. Собрались на завтрак. Посмотрим. Там, в принципе, уже четвертый раз идем. То же самое подают. Просто вам покажу. Кто-то уже был. Ну вот как-то так. Здесь можно булку пожарить. Ну что-то они тут убрали. Булочки разные все время. Вот эти вот сладкие. Вот тут нарезка хамона. Колбаса, ветчина разная. Йогурты стоят. Сыры. Немного, но для завтрака хватает. Тоже колбаса, ветчина. Кофемашина. Сейчас мне надо поставить это. Ну садись, ты куда ходишь? Вон сюда. Вот. Это еще не все. Здесь всегда свежие домашние помидоры. Надеюсь, что домашние. Молоко, апельсиновые, персиковые соки. Ну и фрукты. Мюсли. Кому надо. Ну вот как-то так будут набирать сейчас. Все что-нибудь. Ну вот взял себе такой завтрак. Два томата. Бутер с колбасой. Сыром. Два яйца, два пирожка. Ничего лишнего. Здоровый образ жизни и кофе. Не знаю, может, кусочек комона еще возьму. А еще апельсиновый сок стакан выпил. Приятного завтрака. Приятного аппетита. Сейчас находимся в поезде. На Тарагону. Скоро приедем, буквально через 15 минут будем на месте. Там посвободнее было чувствовать, там залезли. На Мадрид поезд идет. Весь забитый, еле-еле нашли сидячие места. Такая вот ситуация за окном. Едем вдоль побережья. С левой стороны моря. Вдоль пляжа прямо идет. Ладно, не буду тут снимать. Народу много. Народ волнуется. Ну вот. Приехали мы. Вылезли на станции Тарагона. Поезд идет до Мадрида. Сан-Мартин. Вокзал. Пойдем посмотрим. Билеты на обратную дорогу брать не буду вообще. Какой... О! Тут кафешка. Ну, как всегда, джекменский набор выпечки, сэндвичи всякие, еда, кофе. Ну, пойдем, ты ж хотела... А вот сама станция. Таки да. Ладно, я пойду посмотрю билетики пока. Тикеты. Итак, мы в Тарагоне. Тарагона. Город на Средиземноморском побережье. В провинции Каталония. Чем он примечателен? Самый старый, самый древний город Испании. Здесь, ну, не поселение, крепость, город, крепость основали древние римляне. О, красивая какая лестница. Правильная, да неправильная, неважно. Главное, тут открываются шикарные виды.
Вот. С 5 века до нашей эры на этой территории жили племена иберийцев. В 2018 году до нашей эры римские войска под командованием полководца Сципиона захватили эти территории и основали здесь город, который впоследствии стал столицей всей Римской Испании. Соответственно, здесь сохранились и все, не все, а частично сохранились какие-то постройки тех времен. В частности, амфитеатр, к которому мы сейчас пойдем. Ну, там посмотрим, акведук здесь известный на весь мир. Но я боюсь, сегодня мы туда не попадем, если только на такси, потому что пешком осень-осень далеко. А куда мы по этой лестнице выйдем? Вот такая панорама. Корабли, очередь из кораблей. Портовый город, понятно. Крупный торговый порт. Железнодорожный узел. Вот решил снять тут заросли опунции. Это такой кактус с плодами. Вот с этими вот. Они тут в магазинах продаются. Я не знаю, не пробовал их на вкус и не хочу, потому что у меня по Греции, вот можете прошлогоднее видео из Пелопоннеса посмотреть. Вот. Я, короче, вот точно так же сорвал ягодину, это плод. Хотел попробовать. А вон собака, покрыт мелкими-мелкими колючками, такими, как волосина, но твердыми. В карман сунул, я потом карман чесался дня два или три. Короче, потом в интернете это уже, наверное. Почему? Я не могу, мне просто вот голова кружит. Ну, нам в любом случае, наверное, смотри вон сюда. Татьяна Владимировна, там что-то. Куда ты упадешь, что-то ограждение такое? Смотри вон туда. Вот. Что их специально, эти плоды, надо обрабатывать, чтобы колючки эти слезли, там кипятком или чем обдавать. Так. Ну вот оно. Римское чудо. Опять же, сооружение с мощной энергетикой, потому что тут за сотни лет, пока функционировал этот амфитеатр, представления тут разные были. Я не знаю, там бои гладиаторов были или не были. Ну, может быть, и были. Он частично восстановлен, частично там скалы. Вот. Был построен в начале первого тысячелетия, то есть где-то в нулевые годы. В годы Иисуса Христа, жизни Иисуса Христа, вот приблизительно в те времена. Ворота. Вот на берегу моря. Но можно представить себе, что вот этих вот современных зданий не было. Были дома. И, видимо, тут, чем ближе к этому театру, знать местное здесь жило. Вот, как-то так. Себя запечатлеть. Вот он. Татьяна Владимировна расплакалась. Ей высоко. Я ее отправил, довел он до спуска. Вот. Конечно, год назад этот амфитеатр Эпидавр, он помощнее, повыше и побольше, но все равно. Меня это интересует как памятник архитектуры там, древнего мира, древнеримской эпохи, скажем так. Ну все, сейчас попробуем спуститься вниз. Спустился. Красивый парк. Разбитый клумб. Все это
рядом, ну, за пределами амфитеатра. Вот они, испанские оливки, вот так вот растут, если кто-то когда-то не видел. Ну, те, кто был в Средиземноморье, наверное, видели, они везде растут, там, где они могут расти. Ну, вот сюда пониже спустились. Ну да, тут видно, частично восстановлено, такой как бы новодел, но не новодел. Надеюсь, это из старого камня все. Старый камень использовали. А то как же, передача энергетикой. Вот оттуда, вот там вот. Ну, типа смотровая площадка, на самом деле, там автодорога. Вот там наверху. Оттуда съемка первая. 5 евро билет. 5 евро. Какой здесь? Кому там говорили? А, мне? О, в это есть, тоже хорошо. А то за что? За что деньги берут? За строительство? Так тут все строительные работы закончили. Или просто местный муниципалитет зарабатывает деньги? Прибыль делают. Ну, хотя ладно. Ну вот, на месте самого верхнего ряда зрителей находимся. Но здесь, конечно, такой акустики нет, как на Эпидавре, но все равно. Там древнегреческий, кстати, он гораздо старше. На несколько столетий, тысячелетий. Да. И это самое, немного ввел в заблуждение. Он построен в первом веки до нашей эры, то есть на 100 лет, я ошибся, вот. До нашей эры, до рождения Христа. Ну, первый век, там еще и 50-й год до нашей эры, это тоже первый век. Ну вот как-то так, архитектор неизвестен. Чтобы было понятно, вот главный вход, здесь ступени, и ступени шли туда, вот это не горы, ну как горы, автодороги не было, люди спускались и попадали, вот как я сейчас попаду, вот, в главные ворота. Кассы были, интересно, а раньше какие кассы были, как билет продавали? Уже, наверное, касса, кассир сидел, отоваривал, билетер с таким рулоном билетов отрывал. А тут что? Ну, вот тут история строительства. Даже больше история реставрации. Естественно, когда он был обнаружен. Вернее, не обнаружен, а как в центре Тарагона был многие столетия. Вот ты, мы только, я не понимаю, хорошо, ладно, там сиденье для зрителей. Еще раз повторяю, там в Греции меня научили правильно понимать ситуацию. Вот в этих театрах каменные ступени были вытесаны из камня. Ну, не прямо в скале, а там сложено из камней. И было понятно, что они не сидели на этих камнях, а там гид сказал, что из дома каждую подушку приносил себе там, куда надо, подкладывал, чтоб удобнее было сидеть. А для чего эта канава? Интересно. Или тут еще не все вырыто, да я не верю. Может быть, там был пол, а это просто подпорную стенку сделали. Кстати, сейчас, просто боюсь забыть сказать,
А. Да. Вот, здесь написано, что в 12 веке, вот оно, откуда, на месте амфитеатра, ну, видно такое, место с энергетикой, была построена церковь Святой Марии, католической, понятно. Вот. Second half. Во второй половине 12 века. Вот поэтому я думаю, как тут сидели римляне, на какие-то стены глядели и здесь. Вот. Ну вот как-то так. Занятно. Ну да, тут католик там течет, этот амфитеатр. Тогда зрелищ особых не было в 12 веке. Ну если только эти сожжения ведьм. Вот. Заходим, вернее, в церковь 12 века. Ну это уже с оригинальных камней тут, да. Если даже были разрушения, это все потом кучу собрали. Видно остатки штукатурки на камнях. А это уже, сейчас какой у нас 21 век, 900 лет прошло с момента постройки церкви. Естественно, тут кроме стен ничего не осталось. Все равно есть. Забором перекрыли, а как я тут энергии позитивной буду обмениваться, высасывать? А, ну, я знаю как. Передавать всю энергию было. Вон там стена. А, и там закрыто все. Вон враги. Деньги заплатил, не дают. Хотя вот, на входе ворота тоже явно многое повидали. И с той стороны можно подойти. Ну вот, подошел к наружной стене церкви. Вот и здесь было. Фундамент хорошо передает энергию. Чувствуется положительные вибрации. Это что? Вот один вход, вон там свод, второй вход. Ну тут, короче, прочитал информацию, что вначале, ну, во времена раннего христианства, когда христиане здесь появились, вот в районе этой церкви, построенной в 12 веке, ее еще тогда не было, был замучен. Кстати, вот эти ящики, это, ну, склеп или как, хоронили там покойников, священников. Вот, ну, здесь, кстати, описано. И в 259 году нашей эры здесь был замучен один из первых священников, не первых священников, а из священников раннего христианства, Фруктуозо. Вот. Погиб здесь мученической смертью во имя религии, и для христиан это место стало святым. Вот. Поэтому здесь церковь была построена впоследствии Девы Марии. Вот. Как-то так. Ну что, пойдем на выход. В принципе, все, обошли уже. Покидаем это прекрасное место. Да, не хочется отсюда уходить, потому что отсюда открываются прекрасные виды. О, школьники. Пионеры. Последний взгляд. Где эта пьяна там? Ну, вон она. Встала на солнце. Вот. Приехали на лифте. Наверх поднялись. Ибо нефиг. Обувь растаптывать. Ну вот здесь открывается
красочная панорама на парк при амфитеатре, на сам амфитеатр, флаг Каталонии здесь. Мимо мы проезжали через другой, с той стороны фасад. Здесь написано, ну вот, вот это, наверное, фрагменты древнеримской стены, гоночной трассы, колесниц. Короче, на колесницах тут гонки были. Но это покупать билеты. Мы сейчас туда не пойдем. Ну вот, она видна издалека. Пятиевровый билет. Не знаю, если мы обратно пойдем, тогда подойдем. Вот я покажу в двух словах. Вот. Была крепостная стена. Здесь вот. Ну, здесь ворота, там туда-сюда. И здесь гоночная трасса на колесницах. Пойдем. Не знаю, попаду сюда, не попаду на эту гоночную трассу. Не знаю, каким кругом наш маршрут пройдет. Ну вот. 5 евро билет стоит. Дело не в этом. У меня тут. Мы же приехали издалека. Нам надо на какой-то поезд будет успеть. Я хотел. Не буду сейчас говорить, потому что вдруг не попаду. Вот такая вот древнеримская постройка. Тоже, наверное, второй или первый век до нашей эры. Так, вышли мы на центральную, так сказать, ратушную площадь города. То есть здесь, а здесь административные здания. И самое главное, здесь можно посидеть в тени капучино. Интересно, а сколько стоит жидкий хлеб? Коктейли. Здесь алкогольных напитков нет. Ну, зашли в это заведение. По большой кружке жидкого хлеба. Хоть что-то в меню, его нету. Короче, весело стало. Пришли, мы сели, уселись за столик в тени. У нас пришла эта официантка, она же бармен, она же убиральщица стола. Посадила вот сюда для столика, за столик для двоих. Типа сейчас тут такой наплыв клиентов будет, мест не хватит. Вот. Все так убедительно. Это столик четверых. Так, если что, ресторан «Континенталь» называется. Нет, Континентал. Она в скатерти сажает тех, кто ничего без еды не заказывает. Да. Взяли, она еще уточнила. Есть ничего-нибудь, надо было сказать «будем». А, и ничего не брать. Жидкий хлеб холодный. Вот это плюс, да. Респект и уважуха. За ваше здоровье. Астрева. Дам. Я там на этом поезде по городу гонял. У меня еще солнечная сторона была. Солнце палило. Воды не было. Так я весь иссохся там. Высох. Надо утолить жажду. Вот так. Ну вот это. Обслуживающий персонал тут понял свою ошибку, что сейчас сухомятку мы едим. Вернее, хлеб кушаем. Ну, чипсы. Самые примитивные. Чипсы со вкусом чипсов. Беру все. Бывает там какой-то привкус добавлен. Но здесь ничего нет. Вкус жареной картошки. Блин.
я не помню, или в Таиланде, или во Вьетнаме, там были чипсы Лейс со вкусом яйца вареного, да? Там яйцо нарезано. Что только не придумает. Мы с тобой брали все, понравился. Угу. Ну ладно, приятного еще раз. Всем аппетита. Если еще где-то оставимся, тапос возьмем. Хотя бы одно на двоих или два на двоих. Посмотрим. А вот теперь и добрый вечер. Распростился я с вами в Тарагоне. Приехали мы домой. Я решил первый раз в жизни в Испании заказать доставку. Проблем-то нет. Хотели куда-нибудь сходить, а рядом все закрыто, сегодня воскресенье. Вот поэтому пришлось вот так. Заказывали в ресторане Бразоленья. Это в торговом центре. Как он называется, не помню. Вот, заплатил я тут какие-то позиции. Вот это два по цене одного, то есть я только за один заплатил, он тут минус 4 евро заплатил. 30 центов за обслуживание. Ну, я не знаю, за доставку или за что. И 31,28. Это 20,90, это одно блюдо. 6 куриных там каких-то. Это мясное блюдо и два соуса. Ну как, я взял бы один, да, просто там второй соус. Два соуса по цене одного. Еще. Какая разница? Возьму один так. Все равно за столько же заплачу. Может, я от него буду там безумно без ума было. Два дня улетаем. А, там еще напиток входил. Бесплатно, но это как бы вот в это блюдо, которое 23 евро стоило. Напиток тут Кас Лимон входил в холодильник, его засунул. Так, какой стоит. У нас тут другие дела сейчас будут. Виноградного сока хочется. Вот это соусы. А соус там тоже хитрый. Сейчас скажу. Чимичури, это все бразильское, бразильских блюдей набрали, блюд, чимичури, вот, потом это соус, не соус, а там гарнир, там был рис, кукурузный початок и фиджуада. Это. Фиджуада, это из бобов. Тоже бразильское национальное блюдо. Я лизнул тут крышку. Фиджуада. Бразильский. Основное блюдо. Но это я пока не буду. Это вот куриные там какие-то. Потрошка. Вот такие вот мясные дела. Это бумага, куриные ножки, колбаски, ветчинка там жареная. Все это горячее. Колбасина. Там, наверное, 6 или 7 позиций. Это говядина. Средней прожарки я заказал. Средней прожарки. Ну, типа, это что? За хрящ. Вот. Ну это все говорят. Вот это и картошка фри. И вот эти вот куриные. Типа наггетсы или что-то. 6 штук. Вот. Ну попробовать. Тоже бразильское там. По бразильским рецептам там. От рабы не изауры. Ну вот как-то так. Вот такой у нас будет сегодня холостяцкий ужин. Может быть дорого, недорого, какая разница. За доставку ничего не взяли. Ну это, наверное, в стоимость уже все входит. Пацан на велике приехал с бородой. Довольно быстро привез. Приятного всем аппетита. И всем хорошего настроения.
и вообще всего хорошего. Так, ну теперь точно, на сегодня пока.